Здорово, ребята. Произошла такая ситуация у нас на заводе. То есть одного парнягу хотели выгнать. То есть стоял себе на станке, работал. Тут подходит один из начальников, ну, у нас их много. Взял же эту детальку, покрутила, положила. Ну и все, он доработал смену, а вечером ему сказали, что ты уже уволен, можешь типа не выходить на работу. Тот в шоке такой, то есть она же до него подходила, что-то ему объясняла, короче. А он сказал, не, я типа не разговариваю по-чешски, я не понимаю. Ну и все, типа, вечером сказали, что ты типа уволен. Ну, уволен-то уволен, приходит на следующий день, короче, типа, ну, думает, дай пикнусь, посмотрю. Пикнулся, его имя, фамилия высветило, остался за станок, работает. Тут, да, действительно, начальник подходит через 3 часа, говорит, типа, не, товарищ, ты, походу, уволен, потому что что-то не то, короче. И все, он уже начинает собираться домой, а он приехал с 4 человек, ну, с 3, то есть 4 приехали, 4 друга. И друзья говорят, типа, начальнику, короче, если ты его увольняешь, то мы тоже уходим, типа. Встали, побросали станки, пошли переодеваться. Начальник в шоке, тут у себя аудит приезжает, то есть скоро немцы будут, то есть, а 4 станка не работают именно. Но начали ж думать, как его выйти с этой ситуации. Думали, думали, короче, спорили там на заводе начальники. И решили, что да, надо восстанавливать его на работе, этого товарища, короче, потому что как это, даже... Ну, не собрали какое-то там этот, собрание, почему уволили, могли просто штрафануть, короче. Ну, думали, гадали, восстановили его, потому что минус 4 станка это слишком много, короче. И он доработал свою смену, доработал свой там период времени, 3 месяца, и вот подал документы на годовую визу, короче. Ну, мораль такова, что если все-таки у вас есть такие друзья хорошие, которые могут поддержать вас вот в такой вот трудный момент, то, в принципе, вам ничего не страшно. Потому что это реально заслуга его друзей, то, что они сказали, что мы тоже не выходим на работу, то есть оставили станки, то есть не зассали, короче. И то есть отстояли вот право работать его товарищу, короче, доработать свой там месяц-полтора. Так что желаю всем таких друзей, как у этого товарища. До новых встреч, счастливо!